Ну что, мы boys, прокатимся? Let's fucking go! I'm a phantom in a phantom. Ghost rider, kill him with a ballast. Kilo with a coca boy, name the Holly Ballast. What's up, my boys, с вами Джонни Хойер. И сегодня у нас Трэвис Скотт, Astro World. Перевода, ребят, здесь не будет. Возможно, некоторые фразочки перейду, которые услышу прям что-то очень интересненькое. А так перевода не будет, буду просто слушать и кайфовать. Как только выйдет какой-нибудь клип на одну из этих композиций, я сразу же запишу. Полетели, my boys, Astro World. Что мы знаем про Astro World? Astro World — это в Хьюстоне. В пригороде или не в пригороде, не знаю. Был такой парк аттракционов, в который Трэвис в детстве ходил. Или в подростковом возрасте. Ну и все, его закрыли в 2005 году, короче, вот в чем суть. И Трэвис Скотт как бы собрал новый парк. Вот, и давайте окунаться, короче, ребятки. Я посмотрел, тут фичеры вообще крутые. Думал, что JYD видел. Нет, JYD я не видел. JYD у кого-то был. У кого же был JYD? У Wiz Khalifa, что ли? Короче, ребятки, все, полетели. Первый трек. Боже, да Женя, оденьте наушники. Первый трек Stargazing мы уже слышали, ребят. Если хотите чекнуть мою реакцию на этот трек, где-нибудь вот здесь будет ссылочка, там все дела. Можете посмотреть один из недавних моих выпусков. Мой пояс. Вторая песня «Карусель» называется. Let's go! Yeah, yeah. Park to the days in, it taking no days in, yeah. Короче, как я и думал, ну вообще вы знаете, да, что Трэвис Скотт — это вообще Next Generation вообще музыка. Опять же, повлиял Фрэнк Оушен на него. И, кстати, вот тут с Фрэнком Оушеном у него фит. Если вы слушаете в наушниках, ну вот в начале была жесть, чисто карусель. Вот песня называется «Карусель». Чисто у вас тут все вот так вот, бэм-бэм-бэм-бэм, все делишки. Brand new, this new place I got to. New world, new sky, that's so blue, it's black too. Вот это круто, вот это круто. Окей, ребятки, карусель, карусель. Следующая песня Psycho Mode, ребятки. Psycho — это, ну тут правда неправильно написано, я думаю, это специально. Psycho — это типа псих, вот типа психический мод, он такой псих. И это фит с Дрейком, а пояс. По-любому жарко. Yeah. Gone on you with the pick and roll. Younger flame, he in sicko mode. Damn. Я уверен, все песни будут просто невообразимые минусы. То есть музыка просто супер бомба будет, 100%. Я вот вам отвечаю, I'll guarantee you, my boy. Ребят, вот будете слушать сами, чувствуйте музыку. Бомба, бомба вообще. Ребят, пока что эта песня, ну, я всего три послушал, но бомбочка. Фит с Дрейком. Дальше R.I.P. Screw вместе со своим Ли, я думаю, тоже будет неплохо. Слушаем. Свэй Ли еще один мой такой прямо красавчик мой. Свэй Ли, у него очень классный голос, ребята, он в любую песню как будто может подстроиться, сделать все очень красиво. Rest in peace, screw, tonight we take it slowly. Следующая песня Stop trying to be God. Перестань пытаться быть богом. Хватит пытаться быть богом. Stop trying to be God. Stop trying to be God. Ребятка, моя штора, понимаете, тоже кайфует от Трэвиса Скотта, прям под звук она такая. Ребят, ну это разве не круто? Боже мой, эффекты. Короче, вообще на самом деле пока что Трэвис остается Трэвисом, его звучание, и я на самом деле этого и боялся. Потому что я хотел что-то от него новое. Пока я получаю, в принципе, то, что он делал раньше. Но, как всегда, вот эта его музыка, вот эта его составляющая музыкальная, вот эти шикарные минусы непонятные и очень красивые, это на самом деле мне очень нравится. Следующая песенка у нас Juice WRLD, my boys, hold up. Damn. Okay. She did it on cans. Yeah. I really don't pick, I just choose. I don't set picks, I just shoot. Put it on God. He the one to put me on top. Can't be. Ah. Oh.
Так, подождите, где там песня с Дрейком? Эта песня мне нравится больше. Тут Трэвис разбежался, мне это нравится. Эй, класс. Пока эта мне песня нравится больше всех, ребятки. Следующая песенка — «Скелетоны». Это, наверное, он делает отсылочку на йогурты. Знаете, раньше были йогурты скелетоны в России. Я шучу, окей, не смешно, Жень. Ребят, ну такая, на самом деле, проходная песенка, особенно после трека с Juice WRLD'ом. Ну, окей. Wake up. Просыпайся, bitch. I don't wanna wake up. I want you spread out on the sheets. Yo. Сразу понятно, кто здесь. Это Weeknd, my boys. Слушаем дальше. Please don't wake me up, I feel it creeping. Trolling, got things came back around. I was up, burn the bread and I was up. Классно. Пока все очень нравится. Трэвис Скотт. You feel me? Кстати, ребят, напишите мне вы, что думаете вы об этом альбоме. Кому нравится, кому нет. Я читал уже зарубежные источники, мнения немножко так разделились на самом деле. Мне на самом деле нравится. Мне альбом чуть заходит, мы бой, слушаем дальше. Так, на бокалкале Weeknd прикольно делает. Окей. Следующая песенка — NC17. Не знаю, что это значит. С 21 Savage, my boys. Слушай меня сейчас. Стоп, Жень, все. Сейчас скоро уже будет, походу, куплетик 21 Savage. Давно я не слышал от старика 21, ничего. Ну, точнее, может быть, он что-то упускал, я не слушал. Давайте, поехали. Three main bitches thinking they my main bitch. 21. Yeah, 21. That we on that gang shit. Gang shit. The buy visa, she from Moscow. Around with Travis, you get crossed out. Он говорит, должен купить ей визу, потому что она из Москвы. 21 Savage забирает наших девчонок. 21, аккуратней. Astra Thunder дальше. Astra Молния у нас будет дальше трек, ребятки. Слушай, без фитов. Сольник Трэвиса. Infiltrate the enemy, moving on them randomly. Ребят, слушайте, что происходит опять на заднем фоне. Потому что мне что-то напоминает прям Асапа Роки. У него тоже был очень крутой музыкальная составляющая треков. Вот тут тоже. На самом деле в этом, например, треке, да. Вот Трэвис Скотт, просто опять свой Трэвис Скотт со своим автотюном. Ну типа окей, ну как бы это мы уже видели 100 раз. Я, может, придираюсь, ну не знаю. Но музыкальная, конечно, часть просто бомба. Там вообще что-то происходит невероятное. Дальше песня называется Yosemite. Классный флоу. Приятная песенка. Не буду жаловаться, ребят. Песенка приятная. Следующая песня. Can't say. Не могу сказать. О чем? Трэвис, о чем? Скажи, пожалуйста. Давай, Трэвис, летай. Ребят, ну опять же говорю вам, ничего сверхъестественного, но приятно, почему нет? Дальше песня называется Who? What? Кто? Чё? Squavo и Take Off. Если есть Migos, значит сейчас будет What? Слышали? Чисто Migos, йоу. Я хочу, чтобы я Quavo или Take Off зачитал уже нормально. Butterfly effect, эффект бабочки, ребят. So it's not nice. For this life I cannot change. Deep off in the main. Eminem, sweet like candy cane. Drop... Ну эту песенку, я думаю, уже многие слышали. Пиздатая песня, базара нет. Houston Fornication. Есть Californication, а он сделал Houston Fornication, окей.
B.Точек. Alright. И последняя песенка у нас Coffee Bean Boys. Coffee Bean. Зерно. Кофе. Зерно, кофеиновое зерно, как это называется, не знаю. Leaving the bathroom, my hands is half rinsed. If only a nigga just had sense. Красиво, ребят. Воу-воу-воу-воу-воу, бэби. Вообще, ребят, да, чтобы составить мнение об альбоме, нужно его послушать несколько раз. Понятно, что что-то пролетает мимо ушей, да, что-то ты не дослушиваешь. Я думаю, я еще несколько раз послушаю за сегодня этот альбомчик. Надо еще в машину сесть послушать этот альбом. Короче, ребят, что я вам скажу? Я понимаю, почему мнения разделились. То есть, может быть, кто-то хотел что-то нового, а в принципе у нас старый Трэвис Скотт, который сошел на такой трэпчик, не трэпчик. Ну, не знаю. Мне альбом понравился, но он не взрыв. Не взрыв. Мне очень понравилось с Дрейком. Мне очень понравилось с Juice WRLD'ом. По заряду. По словечкам, не знаю, нужно переслушивать, чтобы составить точное мнение. Точный свой топчик. Coffee Bean пиздатый. Но, ребят, музыкальная составляющая... То есть тут самые крутые умы вообще трудились над альбомом. Трэвис Скотт молодец. Очень хорошая рекламная кампания у него была, опять же, как у Асапа. То есть, если ты задвигаешь суперкрутую рекламную кампанию... Твой альбом все равно купят. Даже пох, если он неудачный. Но я не называю Трэвиса Скотта альбом неудачным. Я просто это говорю в общем, да. Вот, прикольно. Трэвис Скотт молодец. Очень многие альбомы этот ждали. Вот вы получили. Слушайте, наслаждайтесь, ребят. Что я вам еще скажу. Моя любимая фраза. Нихуя же, ты больше не скажешь. Ребят, на этом у нас все. Время шарау. Тама Бойс, Эл Пейн, спасибо, что ты смотришь меня, спасибо тебе большое. Ты ждал альбом 2016 года, инфаркт случится, братишка, надеюсь, у тебя не случился сегодня инфаркт. Отпиши в комментариях, чтобы знать, что у тебя все хорошо. О, Бойс, я вас всех очень люблю, спасибо, что вы смотрите, оставляйте свои комментарии, напишите ваше мнение по поводу альбома Astro World. Alright, Бойс? Alright, на этом все, мой бойс, подписывайтесь на мой инстаграм, ну или не подписывайтесь, I don't give a fuck. Слушайте грамотную музычку, качайте и раскачивайте, мой бойс. Look at my leg shot, look at my wrist shot, cute. My diamond made you blind, cute.